растянем веревочку на траву здесь на дубке. Это тракторист четкий, а не то, что тут стрелевал гондон. Весь лес нахуй в балахах лежит, ни хрена не стрелевал. Это Кирсовелло. Блатной. Портной. Так пусть его повернет, да? Чтобы его повернул сюда вал. Вот такую установочку подтягивает. И красота. Я попробую повернуть его, как я понял. Это все вал легло. Вот так вот надо повисшие деревья полностью сваливать. Если у вас повисло дерево, трактор должен подъехать и стянуть его. Не надо там идти спиливать самому на повисшее дерево. Вот даже если пила застряла, можно достать с помощью трактора. Я что, зря с этой стороны стал, да? Я ничего не вижу. А то я снизу сниму. Я сосиночку открою. Визиры доставить. А я все увидел.
же идеально поставил. Тоже потреблено было веточка полностью. Сложенный вал. Ничего уже доставать не надо. А что ты березу достал сразу? А либо так отрезал. И такое бывает. Да и все. На этом уже закончили.